Короче, мы приехали на фестиваль воздушных змеев в село Трихат. Фестиваль проходит уже третий год. Мы только впервые сюда доехали. Все как-то ноги не доходили. Вот. Ну и пугало то, что народу много. Вот. А зрелищ, наверное, мало. Вот. А сейчас решили приехать посмотреть, но очень пыльно. Вот. Тут эти всякие VIP, типа платные парковки. Вот это все разгребли, сделали. Ветер сильный дует, пыль летит. Вот. Мы сейчас подойдем поближе, посмотрим. Еды. Во. Классная погода, куча змеев, детей. Очень круто, наверное, вот приехать с детьми на целый день, поесть шашлыка, выпить, отдохнуть. Но мы просто посмотреть приехали. Посмотрели и поедем дальше. Больше всех прятался в тенечек, ложился и говорил, что никуда больше не пойдет. Это у него первое лето, он только начинает с ним знакомиться, еще даже лето не настало. Вот Джерри начинает познавать, что такое жара, и он не совсем, наверное, понимает, как это можно пережить. We're talking about love.